наш концертный зал. Красивый. И мы сможем мир согреть, жить без зла. Вы не поверите, но здесь стоит Майер по оборудованию. Обалдеть, 70 киловатт звука, красиво. Ау. Что-нибудь рассказать? Расскажи, про зал расскажи. Вот, стулья привезены из Италии. Так. Одно кресло 26 тысяч, по-моему. Да. Материалы из Индии привезли. Наш художественный руководитель театрально-концертного зала, так что... Она по вокалу у нас, по всему, короче. Они-то вот. Муслим вас. Спокойно ответил. Мужа. Его шею. Ну вот, Петр Васильевич, меня зовут Анита. Вы меня еще не видели. Я жена вашего сына Сергея Петровича. В общем, все у нас хорошо. Внук у вас хороший родился. Школу закончил с золотой медалью. Поступил в институт. Чтобы вы набрались терпения, набрались сил, мужества, максимум трудолюбия. Потому что для того, чтобы вырастить такой город, поднять его на ноги и сделать настоящим чудо-раем для нашего старшего поколения, для детей, для этого нужно много терпения. Вам здоровья, вам любви, вам счастья и всего-всего-всего, что только можно пожелать самому родному, близкому и дорогому человеку. Ну, вам спасибо. Что? Рады вас видеть на нашей земле. Теперь едете к нам, да? Да. Я немножко представлюсь. Это братская Осетия наша. Да. Значит, здесь далеко от Будонова. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Очень приятно. Можете быть спокойны, значит. Давайте, выбирайте автомобиль, садимся и едем, да? Спасибо. Да. Ну и большое спасибо, конечно, чеченской стороне. У нас тоже было все спокойно, хорошо. Прям. Очень было приятно. Курор был очень сильнейший. Надеемся, что вы еще раз нас посетите.
находимся в Кисловодске. Поехали с утра пораньше в горы. На борту все те же лица. Леша и Ира. Это Генкина нога. Донька нога. И Тоха. Ну, продюсерский состав типа Кати и Леша. У них отдельное авто. Мы пришли на местный рынок. Вот чак-чак местный вкусный. И брыза есть, свежая и Быть с любимыми счастье большое.